В эфире канал «Стройгарант Анапа». Всем привет! Друзья, мы находимся в жилом комплексе «Морской». В чем его особенность и уникальность? Во-первых, всего 4 километра до моря. Есть и газ. Полностью заасфальтированы все дороги. И есть дома, которые находятся в свободной продаже. С одним из них мы познакомимся сегодня. Это дом 106 квадратных метров. Прекрасный дом для семьи. И он может стать вашим. В чем он интересен, узнаете прямо сейчас. В следующей программе мы обещали показать один из домов, который находится в свободной продаже. И вот он, 106 квадратных метров. Выполнен он в кирпиче, но выбор многих наших клиентов, покупателей. Конечно же, просматриваются декоративные элементы, чтобы фасад был более привлекательным. Еще обрати внимание, земельный участок достаточно широкий и просторный. На видео это прекрасно, хорошо видно. То есть есть много места для вашего огорода или сада на усмотрение. В этом доме, на этом участке уже выложена тротуарная плитка. Но здесь комментарий излишний. Это практично, удобно и, конечно же, гармонично сочетается именно вот с цветовой гаммой вашего дома, вашего, или, может быть, он скоро станет вашим, в общем, будущем. Но самое интересное, конечно же, внутри. Узнаем, какая комната, сколько квадратных метров, какие особенности там есть. Пойдемте. Центральный вход, коридор, теплый пол обязательно, небольшой радиатор, которого хватает для обогрева этого помещения зимой. Зимы не такие уж и холодные, но тем не менее о тепле наша компания заботится. Электричество 15 киловатт, управляется легко, включили-выключили. Вот такой вот коридорчик. Далее первый этаж. Здесь у нас есть санузел для удобства, это 4 квадратных метра. Все коммуникации, конечно же, мы видим, уже выведены, то есть и под санузел, под стиральную машину в другом месте. И только в этом проекте для оптимизации места есть вот такое вот решение. Именно стиральная машинка будет подключаться под лестничным маршем. Я уверен, что многие хозяйки это одобрят. И спальная комната также находится, одна из спальных комнат на первом этаже. Спальная комната 10,4 квадратных метра, но я думаю, этого достаточно для двухспальной кровати, тумбочек, места под телевизор, тем более розетки, как обычно, уже все выведены, все продумано. Ламинат у нас на полу, класс 34, ну и всегда лично я обращаю внимание, обои без единого стыка, когда вот клиенты приходят, смотрят, обращают на это внимание, красиво. Но и сердце дома, это, конечно же, кухня-гостиная заслуживает отдельного внимания. Это сердце первого этажа. Это 27 с небольшим квадратных метров. Итак, зона кухни. Особенные характеристики. Это плитка, это теплый пол. И, конечно же, газовый котел уже здесь имеется. Теплый пол подключен. То есть, ну, всегда можно говорить смело. Заезжай и живи. 27 квадратных метров. Ребят, так, просто для понимания, это студия в Анапе. Ну, практически за те же деньги. Но здесь размещается и кухня, и есть место, где поставить большой круглый стол, обеденный стол, мягкую зону, повесить телевизор. То есть места достаточно, очень много. Выход на террасу обязательно здесь есть. К нему мы еще вернемся сразу после второго этажа, потому что там 3 спальные комнаты и, конечно же, есть ванная. Приглашаю посмотреть. Лестничный марш просторный, то есть я здесь на полкрыла с двух рук помещаюсь. Проходной выключатель. Поднялись, выключили, спускаемся, включили. Все предусмотрено. 3 спальные комнаты, 12, 10 и 11 квадратных метров. То есть места хватит для всех. Как будете использовать, для кого, для детей, для гостей, для бабушек, для дедушек, на ваше усмотрение. Главное, что это есть.
Одна из комнат, уверенно могу сказать, может служить компактной, уютной и детской комнатой. И, конечно же, еще москитные сетки, они, кстати, идут в комплекте с домом, то есть всяких насекомых можно не бояться, типа комаров, они тоже есть в нашем крае, дорогие друзья. Ну и вид на ваш земельный участок, это 6 соток земли, на котором расположен дом, ну уже свобода творчества. Сад, деревья, огурцы, помидоры, в общем, все, что хотите, можно здесь выращивать и за этим наблюдать на протяжении всей жизни. И вот этот приятный морской бриз, воздух, честно, он чувствуется. 4 километра до моря, прям вот солью засыпает, шучу. Пойдемте дальше, потому что здесь есть еще одно интересное решение в этом проекте. Вот коридор на втором этаже, просторный, то есть, опять же, много места. Что может служить? Здесь можно поставить диванчик. Кстати, я такое видел, в домах, в которых уже живут наши клиенты, они его максимально используют. То есть здесь такая мини-зона отдыха перед уборной или перед вот этим вот перекрестком в отдельные спальные комнаты. Ну, то есть все к чему. Место есть, чувствую себя свободно. Это очень важно, это главный факт данного проекта, да и многих других домов. Ну и ванная комната, 7 квадратных метров. То есть непосредственно сама ванна размещается вот здесь. То есть зашли, покупались, все прекрасно. Дом из серии «Заезжай и живи». Выбор за вами, телефон на экране, друзья, звоните. Но есть еще интересная терраса, мы на нее тоже сейчас посмотрим. Терраса 27 квадратных метров, это может служить дополнительными квадратами к вашему жилому пространству. То есть можно установить навес, всевозможные перегородки, дополнительную стену, можно даже бойлерную сюда поставить, вынести. В общем, все на ваше усмотрение, огромный спектр дополнительных работ есть и предусмотрен. Вот такой вот дом, 106 квадратных метров, дорогие друзья. Смотрите еще наши обзоры, подписывайтесь на наш канал, звоните по телефону горячей линии, потому что много важной информации, интересной можно узнать, в том числе и о актуальной цене на дом. На сегодня все. До новых встреч. Пока. Ламинат. Также 34 класс. Напомню, это самый прочный класс ламината. Все, заходите. Туалет, спальня на первом этаже. Такая кухня, гостиная, ну прекрасно, потому что сказать.